Добрый день, меня зовут Ирина. Сегодня рассмотрим с вами сумочку Фасроу. Модель называется «Марка». Сумочка пошита из натуральной телячьей кожи, поэтому в носке она долговечна. Кожа зернистая, имеет характерный рисунок. Данная модель всесезонная – осень, зима, весна, лето. Представлена в таких цветах – черный, синий, серый, бордо и пудра. Сумочка очень вместительная. Сейчас рассмотрим ее основные характеристики. Итак, сумка закрывается на металлические молнии. Вся фурнитура этой модели из металла цветом под золото. Два основных отдела данной модели закрываются на металлические молнии. По вместительности вы можете сами посмотреть, что сюда помещается. И это стандартный набор, то есть можно дополнить его, скажем так. Один отдел, который закрывается на молнию, имеет кармашек боковой. Второй отдел, который закрывается на молнию, вот еще, имеет боковой карман, закрывающийся на молнию, к которому пришит пробник кусочек кожи, из которой пошита данная модель. В комплекте данной сумочки идет два ремешка, вернее, одна ручка короткая, полностью кожаная, которая прикрепляется вот с карабинчиками к кольцам и позволяет носить данную модель, вот я сейчас продемонстрирую, в руках. Вот так вот. И второй ремешок, он съемный тоже, длина его регулируется под ваш рост, полностью кожаный с двух сторон. Можно носить, прикрепив его сумочку через плечо, на плечо, как кроссбоди. Также лицевая сторона сумочки не имеет никаких дополнительных карманов. Тыльная сторона сумочки имеет внутренний боковой карман, который тоже закрывается на металлическую молнию и довольно-таки тоже глубокий, вместительный. Дно сумочки не имеет никаких ножек, но оно плотное. Есть уплотнитель, что дает возможность носить много вещей и не прогибается это дно под ними.